Добрый день, уважаемые зрители канала Катранган. И в данном видеообзоре мы поговорим с вами вот о таком вот дуэтеровском рюкзаке. Модель, как видите, называется Spider. Хороший многофункциональный рюкзак, достаточно интересно сделан и годится практически для любых вариантов применения. Для городского ношения, при движении в сторону работы, при движении в сторону тренировочного комплекса, для того, чтобы сюда поместились ваши вещи для занятий, для однодневных походов, для езды на велосипеде. Рюкзак действительно многофункциональный, поэтому сделан он, соответствующим образом. Итак, начнем мы, как всегда, с подвеса данного рюкзака. Стандартная дойтеровская система R-Stripes для рюкзаков такого типа. Две мягкие подушки из пористого материала, который еще и перфорирован, обтянутый сеткой. Воздух, благодаря каналам, которые, возможно, здесь не очень хорошо видно, вполне может гулять в любую сторону. То есть горячий воздух и влага будут вполне отводиться от спины. Кроме того, не будем забывать, что при одевании данного рюкзака между подушками образуется такой вот воздушный канал. Собственно говоря, чем интересна данная система, которая также улучшает вентилируемость спины. S-образные лямки, очень такие, толстые, мягкие, удобные. Также пористый материал и сетка. Все, опять же, для улучшения вентилируемости. Должны сидеть крайне удобно на плечах. Тут же мы видим такие вот две полоски со светоотражающими элементами. Полезный вариант при использовании, как, допустим, для велосипедной езды или для хождения вдоль трассы. В свете фар вас будет видно достаточно далеко. Грудная стяжка на вот таких вот ползунках, которые позволяют отрегулировать ее по высоте, по росту, под любой рост. Схватывается фастосом, защелкивается, есть небольшая демпфирующая резинка, как мы с вами видим. Ну и естественным образом регулировка по высоте данных лямок. Как везде, как всегда. Еще мы видим, здесь присутствует такая вот ручка для переноски данного рюкзака в руках в общественном транспорте, чтобы не беспокоить ближних и окружающих. И также еще снизу мы замечаем у него вот такой вот поясок. Поясок узкий на тот случай, если нужно зафиксировать рюкзак, если он чем-то нагружен и вы активно перемещаетесь, чтобы его не носило, не болтало по спине, всегда можно зафиксировать таким пояском. Если, по вашему мнению, надобности в нем нету, он очень легко отстегивается вот по вот этим вот сторонам и прячется либо в карман, либо оставляется дома, по вашему усмотрению. И теперь немного о функционале рюкзака. Первое, что бросается в глаза, это вот такая вот резинка на петельках. Она служит для фиксации снаружи рюкзака всевозможных вещей. Хорошо подойдет, например, для фиксации влажной куртки. Если вы после дождя ее сняли, чтобы она имела возможность просохнуть, ее можно, сложить сюда и зафиксировать. Либо, если это велосипедный вариант использования, сюда вполне войдет шлем велосипедный, либо каска, если вы идете там небольшой, допустим, скалолазный выход. Все что угодно можно сюда вставить и зафиксировать. Вот так вот стяжечкой оно стягивается и фиксируется. Удобно тем, что практически вещь любого размера сюда может войти. Ну, разумного размера любого. Кроме всего прочего, она также поможет несколько выбрать лишнее пространство рюкзака в случае, если он наполнен не полностью. Для этого также служат две боковые стяжки, как мы видим, одна и вторая. Они не позволяют под нагрузкой развалиться молнии, придерживают ее. Кроме всего прочего, если действительно осталось излишнее пространство в рюкзаке, он не полностью, забит, не доверху, вот, то можно при помощи их выбрать излишки пространства и зафиксировать тем самым вещи, чтобы они не болтались по рюкзаку, как попало, вот, и не причиняли вам неудобств. И рюкзак был максимально, возможно, минимализирован для удобства ношения его на спине. Теперь давайте пройдемся непосредственно по отделениям рюкзака. Как мы видим, на данном рюкзаке присутствует нижний вход, на котором расположена еще одна такая лямочка со светоотражающим элементом. И в варианте велосипедного использования сюда
можно подцепить проблесковый маяк для того, чтобы вас было видно издалека на трассе. И в нижнем отделении, которое закрывается такой вот хорошей юкакашной молнией с двумя собачками, вот нижний вход, мы видим, что тут получается такое как бы отдельное полностью отделение снизу. Вот. Очень удобная вещь для переноски, например, запасной обуви, либо, скажем, мокрых вещей. Но интерес к этому отделению вызван еще и тем, что от основного объема рюкзака оно отгорожено вот такой вот перегородкой, я бы сказал, мембраной такой, межэтажной, что ли, которую, если мы откроем, вот, и опустим, то, как бы, скажем так, опускание данной мембраны дает нам доступ ко всему объему рюкзака, что, опять же, очень типа удобно и полезно, поскольку в данном рюкзаке, если он плотно забит вещами, есть возможность не только их доставать через верх, но и снизу. Если какая-нибудь вещь именно оказалась снизу, дабы не перерывать весь рюкзак, можно просто открыть нижнее отделение и спокойно достать все, что вам нужно. Или же, если у вас есть, допустим, чистые грязные вещи, или там мокрые, сухие, застегивается данная перегородка, тем самым разграничивая их между собой и не давая им друг об друга испачкаться, либо отсыреть. Такой вот интересный конструктив. Теперь заглянем непосредственно в центральное отделение. Центральное отделение, когда открытая перегородка предоставляет нам полный свой объем, сюда может войти много полезностей. Ваша походная сменная одежда, дополнительные утеплители, куртки, термосы, запас еды, горелка в конце концов, все что угодно, все, на что, как бы, скажем так, хватит вам фантазии. Кроме того, кроме всего прочего, здесь же мы видим еще вот такой плоский карман. При варианте городского ношения сюда вполне войдет, скажем, какой-нибудь альбом или папка с бумагами формата А4. Ну, скажем так, на это прямо указаний нет, но я думаю, что сюда также можно, здесь также можно разместить небольшой ноутбук. Хотя у производителя об этом ничего не говорится. Тут же мы видим еще небольшой кармашек на молнии. Такой вот достаточно удобная вещь, хорошо подойдет, скажем, для переноски солнцезащитных очков, если не нужны в данный момент. Вот, собственно говоря, и весь конструктив основного отделения. Тоже юкакашные молнии, мощные собачки, будут работать долго. Тут же на лицевой стороне мы видим сразу еще одно небольшое отделение. Отделение такое органайзер. Сетчатые кармашки, два для, скажем так, всевозможных мелочей. Фиксатор для ключей. В общем, все, что вам необходимо иметь под рукой, вполне уместится сюда. Ну и соответствующим образом мы еще наблюдаем здесь два сетчатых кармана. Вещь тоже крайне полезная, в которую можно легко установить, допустим, литровую, полтора-литровую флягу с водой. Вот, либо же, допустим, зонтик, либо, ну не знаю, опять же, какие-нибудь вещи, которым требуется просушка, там, допустим, слегка влажная куртка, она вполне может высохнуть по ходу действия в этом кармане. Если вещь какая-то более длинномерная, она просто вставляется вместе с карманом и под, собственно говоря, стяжку, после чего как бы фиксируется, зажимается, и никуда она уже оттуда не денется. Вот такой вот многофункциональный рюкзак, оригинальное строение, куча отделений, все продумано, все качественно, скажем так, все сделано на высшем уровне. Продается в нашем магазине, как и многие другие рюкзаки фирмы Deuter, и не только, естественно, Deuter. Обращайтесь к нам, звоните, подписывайтесь на наш канал, и до скорых встреч, уважаемые!